мира. Итак, Евгений Смагин и Полина Казаченко. Их очень симпатичный номер. Первое участие Евгения. Ну, а это Александр Железняк, председатель правления Пробизнесбанка, наш давний друг и участник всех наших Кубков мира в Кремле. Евгений Смагин на сцене. Они вместе с Полиной стали победителями престижного турнира «Восходящие звезды» Rising Star на Блэкпулском фестивале и впервые участвуя на Кубке мира в Кремле. Это их дебют профессиональный, стали финалистами. Великолепная молодая профессиональная пара подарила зрителям свой обаятельный номер. Евгений Смагин и Полина Казаченко. Евгений Смагин, Полина Казаченко, Россия. Не правда ли, очень приятная самба, облеченная вот в такую шутливую форму замечательного героя сыграл Женя. Очень трогательный образ он создал. И танцевали, конечно, великолепно. Очень красивая пара, очень... Мне кажется, светлое будущее ждет их в профессиональных танцах. Пожелаем им успеха. Победители турнира Блэкпулского фестиваля «Восходящие звезды», финалисты Кубка мира в Кремле этого года – Полина Казаченко и обаятельный Евгений Смагин. Спасибо, Женя. Спасибо, Полина. Мы желаем вам успеха на всех ваших будущих турнирах. Я с большим удовольствием приглашаю на паркет следующих участников нашего сегодняшнего шоу, нашего звездного бала. Наши гости из Италии. Пара, которая поражает все нас своей энергией.